Всем привет, меня зовут Юлия Малина, я копирайтер компании Или ТВ. Копирайтер, сценарист и диктор по совместительству. Да, мне очень нравится моя работа, потому что во время съемок приходится узнавать разные интересные моменты из разных областей. Особенно мне нравятся съемки еды и продуктов питания. Вообще, фуд-стилистика таит в себе много секретов и сюрпризов. Вот об одном таком секрете я хотела сегодня рассказать. Ну, достаточно давно, в 2012 году, нам поступил заказ на съемки рекламы пиццы. А заказчик прислал нам рецептуру, согласно которой я купила все необходимые ингредиенты. И мы приступили к съемкам. То есть поэтапно раскатали пиццу, стали выкладывать все необходимые ингредиенты. И вот на этом этапе получилось все очень красиво, очень аппетитно и вкусно. Но, как вы понимаете, в нашей студии нет условий, нет большой печи, чтобы мы могли испечь эту шедевральную пиццу. Поэтому нам пришлось обратиться в одну из местных пиццерий. Точно так же мы отдали рецепт, и нам сделали пиццу. И вот когда мы снимали последний кадр, так называемый пэкшот, когда уже готовая испеченная пицца лежала в окружении вкусных и аппетитных овощей, мы отсняли этот кадр, отправили заказчику. Заказчик сказал, что края у пиццы оказались слишком прожаренными, а такого в их пиццерии не может быть. Зная этот момент, мы заказали еще раз пиццу, и я обработала все края пластилином, где нужно закрасила краской. В общем, пицца получилась идеальная. Но возникли другие проблемы. В тот день у пиццерии не оказалось зеленого перца. А особенность этой пиццы заключалась в том, что в ней должны были быть перцы обязательно трех цветов – желтый, красный и зеленый. Так вот, чтобы не перезаказывать еще раз и не ждать, и не останавливать процесс съемки, мне пришлось закрасить желтый перец зеленой краской. Но самым сложным оказался момент поднятия кусочка пиццы с расплавленным тянущимся сыром. Если бы мы снимали в самой пиццерии, то проблем бы не было. Но процесс съемок продолжался уже не один час. Сыр, естественно, остыл. Что мы только не делали. Мы натирали его заново, мы подогревали его, но не могли получить тот необходимый нам кадр ароматного, нежного, тянущегося сыра. На помощь пришел интернет. Нас спасла сгущенка и клей. Да-да, действительно, нам пришлось смешать сгущенку с клеем, чтобы получился вот этот вот божественный, ароматный, вкусный, аппетитный кусочек сыра. Прямо сейчас вы можете посмотреть, что у нас получилось. А если вам интересно узнать другие секреты рекламы, подписывайтесь на наш канал. Приготовление настоящей пиццы – это искусство. Здесь нет ничего лишнего, только правильные ингредиенты, свежие продукты и точное соблюдение оригинальных рецептов. И вот она на вашем столе. Вкуснейшая горячая пицца. Империя пиццы. 613-12-55. Смотри, какой желтый сыр. Новый бар. Охренеть. Видали, как пиццу готовить надо?